Сегодня специально для участников президентских состязаний мастер-класс проведет хореографический народный ансамбль «Фантазия». Участник многих всероссийских и международных фестивалей ансамбль «Фантазия» существует с 1994 года. На данный момент в коллективе насчитывается около 150 танцоров разных возрастов. Мы занимаемся народными танцами, но у нас есть и стилизованные танцы, но больше мы народный коллектив, так как мы живем в Ставропольском крае, это казачий край. Нашему коллективу 21 год, и каждый год мы выпускаем выпускников. На мастер-класс пришли танцоры из разных коллективов, которые по достоинству оценили мастерство участников ансамбля «Фантазия». Мне очень понравилось то, что девочки моего возраста преподают, можно так сказать, этот мастер-класс, потому что те мастер-классы, на которых я была, именно показывают учителя их. Они уже достигли такого уровня, что могут сами преподавать другим детям. У нас осталось несколько девочек из старшей группы, и вот мы вшестером проводим мастер-класс, так как это самые старшие люди в нашем коллективе. Руководитель и основатель коллектива Людмила Сысоева отмечает важность гастролей и поездок на обучающие смены. Для нас вот такие поездки и мастер-классы, они очень важны, потому что мы что-то новое для себя приобретаем. Это как глоток свежего воздуха, потому что в своей среде как бы немножко закисаешь, а вот в таких вот, на таких мероприятиях всегда находишь что-то новое. Поэтому вот поездка в смену для нас это была как творческой мастерской. Мы здесь очень-очень много, во-первых, приобрели новых друзей, во-вторых, мы очень много для себя узнали, для своего коллектива, для своего творчества.